Всем привет и спасибо, что заглянули на мой канал Any Sweet Love. С вами Аня. В этом видео я покажу вам два варианта маникюра, выполненных при помощи дотса. Начнем с розового оттенка лака, покрываем ногти в два слоя. При помощи дотса рисую цветочки белым лаком. Дотс, как вы уже знаете, можно заменить зубочисткой. Это мы с вами делали в прошлом видео. Ссылку на него я оставлю в описании. Свободное пространство заполняем точками. В середину цветочка добавляю точечки желтого цвета. Добавляю несколько желтых точек на белый фон. Вот такой дизайн у нас получился. Ярких, насыщенных, красивых оттенков. Покрываю слоем закрепителя. Для второго маникюра мне понадобятся те же оттенки лаков, только на этот раз базовым выберем белый, а цветочки рисуем розовым. Ставлю точки по кругу, формирую цветочек. Теперь буду ставить точки розовым цветом. Добавлю солнечного акцента при помощи желтого цвета. Вот такой дизайн у нас получился в бело-розовых тонах. Как всегда, с нетерпением жду от вас комментариев, какая цветовая гамма маникюра вам понравилась больше всего. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, делитесь видео с другими. Я прощаюсь с вами до следующих видео. Всем пока!